Чем дальше, тем труднее будет. И слава Богу, потому что труд облагораживает человека. Как только мы будем себе облегчать любую задачу, мы, как сказал Энтони Хопкинс в разговоре с мальчиком из одного фильма, будем превращаться в овощи. Мальчик его спросил, а в какой овощ конкретно я превращусь? Запомни одну вещь, сынок. Если ты откажешься от своей мечты, ты превратишься в овощ. Да? Какой овощ? И Энтони Хопкинс попал в конфузное состояние. Вот, неважно в какой. Не знаю. В капусту. Ну, в общем, как я понимаю, нельзя расслабляться, понимаете? Нельзя облегчать. Что касается простоты, то да, тут это вещь необходимая для человека, потому что все создано очень просто. Но человек почему-то усложняет. Я подозреваю, что это проделки дьявола. Усложнять все. А это еще до того, как я поставил обтекатель.